Читаємо газети. Різні, цікаві. Я на дивані. А я в ранці під каву. Новини, політика, програми «Комплект». Супертижневик. Восточний проект. Читайте у свіжому номері. Изменен порядок назначения субсидий. Подать заявление можно в электронном виде. Долги задним числом. Власти Краматорска решили подать в суд на газовщиков. Патрульная полиция не оказывает услугу «трезвый водитель». В Краматорске прошла пресс-конференция, посвященная итогам первого месяца работы патрульной полиции. Отработки уроков по субботам в следующем учебном году в школах не будет. А учителя смогут проходить сертификацию и получать более достойную зарплату. Об этом «Восточному проекту» рассказала исполняющая обязанности начальника управления образования Елена Никитченко. Песни, квесты, призы и двойники известных футболистов. Фан-зона «Евро-2016», организованная при поддержке народного депутата Украины Максима Ефимова, работает до 10 июля. Большой футбол на большом экране. Осторожно, нитраты! Как защитить свою семью от отравлений фруктами и овощами? Більше інформації та фото на сайті vp.donetsk.ua. Регіональний щотижневик «Восточний проект». Більше, ніж газета.